за презентацию, которая была проведена сегодня. Это было очень интересно и информативно. И у меня, как у потребителя данной услуги, возник вопрос, чем этот аппарат будет для меня как бы необходим, так как я сейчас уже задумалась о том, нужна ли мне, например, блефаропластика или не нужна. И я как бы побаилась, потому что это все-таки хирургическая процедура. И вот сегодня я услышала, что у нас, оказывается, есть альтернатива. И как это может нам помочь? Вот именно. Как вы и я, мы находимся в потрясающей возрастной группе. Мы молоды и молоды. Как говорят на день рождения 25+. То есть блефаропластика, я бы сказала, больше для людей 55+. То есть это уже мамы, бабушки, готовятся к свадьбе. А вот именно возраст 30-35 до 50-55, большинство из прекрасных женщин не требует блефаропластики. Им достаточно просто минимально инвазивного препарата, как Morpheus или Forma. То есть это не так страшно, это не больно, это достаточно быстро и не очень дорого. Правильно? Вы отметили все галочки за меня. Что я могу еще сказать, кроме как приходите к нам? Обязательно придем. И я так понимаю, что в честь нашего мероприятия у нас будут какие-то скидки. Безусловно. Для будущих клиентов. Так как сейчас наступают праздники, всем хотим порадовать специальными скидками. Безусловно. Это прекрасная технология. И хотелось бы донести ее в душу каждого. Спасибо огромное. Спасибо вам, Алия. Обязательно воспользуемся предложением. Было очень интересно и приятно познакомиться.